Сейчас, дорогие друзья, под ваши аплодисменты мы представим всех игроков клуба, и каждый из них сегодня при вас получит футболку футбольного клуба «Алания Владикавказ».
Перед вами футбольный клуб «Алания Владикавказ».
встречи. Сейчас начнется встреча в формате вопросов и ответов. У нас к вам одна большая просьба. Вы видите, что микрофон на стойке уже установлен рядом с 32-м сектором. Для того, чтобы задать свой вопрос команде, вам необходимо будет занять место в очереди. Так что пока кто первый подойдет, тот, соответственно, задаст первый вопрос. Мы приглашаем вас, дорогие друзья. Эта встреча организована для того, чтобы вы смогли пообщаться с родным клубом. Пожалуйста, подходите к микрофону, занимайте очередь. Хоть и пора болеть желаний, самый преданный патриот. У меня был очень интересный вопрос. Когда будут на поле встречаться «Спартак» и «Алания», «Владикавказ», как будут делиться очки? Все будет прям вот по-честному, накал, «Владикавказская дерби» или как-то будет договариваться? У вас подвод уже попросит, видите? Да. Я хотел вам сказать конкретно, однозначно. Договариваться по полю невозможно. Каждый из футболистов, которые являются профессионалами, не могут выходить на поле и подаваться кому-то. Для того мы здесь все собрались, чтобы расти амбициозным профессионалом, который будет достигать больших высот. И поверьте, в «Спартаке» команда собрана не слабо. Мы вчера посмотрели матчи, в которые они играли, это товарищи с Анжи Махачкалой. Очень уверенно победили, по качеству игры хорошие плохо показали. Поэтому я не думаю, что они будут выходить и кому-то уступают. Может быть, Алания? Это действительно будет Владикавказская дерби, которая, я думаю, будет радовать болельщикам. Надеюсь, что наши болельщики будут любить обе команды, будут поддерживать обе команды. И на этих матчах будет действительно зажигающая атмосфера. Спасибо за вопрос. Уважаемые болельщики, прошу поддержать последний. Полный мир! Полный мир! Полный мир! У меня такой вопрос. Мы привыкли к нашей красно-желтой форме. Но эта форма тоже хорошая. Но вернется ли наша форма к нам на стадион? Спасибо. Ира Тарашна! Я думаю, этот вопрос адресован генеральному директору. Анзор Николаевич, пожалуйста. Добрый день всем. Красно-желтая форма приедет к нам к третьему туру. А сегодня мы хотели презентовать новую форму, черно-желтую. А наши традиционные цвета останутся красно-желтые и приедут к третьему туру в августе. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Продолжаем. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Шермен. В первую очередь хочется поблагодарить нашего нового владельца Данила Владимировича. Наверняка вы знаете, что Сити – это футбольный регион с богатыми традициями, но, поверьте, вы даже не представляете, насколько сильно мы ждали этот момент и какие большие надежды мы на вас возлагаем. У меня, с вашего позволения, два вопроса. Первый вопрос касается эмблемы клуба. Скажите, чья идея была вот нынешней эмблемой и планируется ли ее некая реконструкция, скажем так, и возвращение к более традиционной? Это первый вопрос. А второй вопрос касается реконструкции стадиона. Хотелось бы получить более конкретную информацию, что это будет и каков будет конечный результат. Мы знаем, что вместимость будет снижена, и интересуют нас такие моменты, как беговые дорожки, крыша на трибунах. Ну, в общем, хочется более конкретной информации. Спасибо. Спасибо большое.
По поводу атмосферы здесь и того, как долго болельщики этого ждали, я прекрасно знаю, понимаю, потому что сам вместе с вами очень долго этого ждал. По поводу эмблемы, это было наше совместное решение. Мы долго об этом думали и решили начать новую историю с новой эмблемой. По поводу реконструкции стадиона, Владимир Борисович, расскажи. Спасибо за вопрос, спасибо за то, что затронули тему эмблемы, стадиона. Ну, я вот немного добавлю, Данил Владимирович, почему именно такая эмблема и почему вообще ее новую создали. Как вы прекрасно знаете, у нас «Спартак» Владикавказ играет приблизительно той исторической эмблемой, и мы не можем ее использовать снова. И с другой стороны, это новый клуб, новая история, новый владелец и так далее. Если вам интересно, могу охарактеризовать, почему именно в такой форме, в таких цветах и даже исполнение. Идея следующая. Эмблема состоит, выглядит в виде щита. Щит – это доблестные потомки великих алан, которые были великими воинами. Щит направлен вверх, потому что мы хотим двигаться на самый верх. Барс изображен в таком агрессивном виде, потому что наш тренерский штаб видит нашу игру агрессивной, атакующей. И, соответственно, цветовое наполнение, цвета нашего триколора, красно-желтый и белый цвет. И вот эта кромка, которая идет по краю эмблемы, черно-желтые цвета, это резервные цвета нашей формы. Что касается стадиона, то проект по реконструкции стадиона уже готов. Он отправлен в Москву, то есть заявка отправлена в Москву для того, чтобы участвовать в получении финансирования в ближайшее время, на 2020 год. Проект будет в следующем виде. Предварительно предусматривается, что будет две трибуны полноценные. Это западная и восточная. На месте северной трибуны будет расположена гостиница, где будут располагаться спортивные интернаты для детских спортивных школ. А на месте южной трибуны сейчас вот вопрос открыт. Вполне возможно будет также трибуна для того, чтобы вместимость стадиона была увеличена. Минимальная вместимость будет 15-16 тысяч, но если будет расположена на месте южной трибуны полноценная трибуна, то вместимость увеличится. Беговые дорожки сохранятся, проект в таком виде. Хотел бы добавить также, что сейчас рассматривается вопрос и прорабатывается и в Москве в том числе, чтобы построить чисто футбольный стадион в Владикавказе, но это немного позже. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спартак. Владикавказ, клуб «Регионов», главный тренер. Скажу, как есть на самом деле. Тренировочным процессом и подготовкой команды и выбором состава на игру будет заниматься Виталий Хабсаев, помощник у него Хозиев. А консультантом является Горохов, который, собственно говоря, является главным тренером. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Гадий Утеток. У меня вопрос к Артуру Малоянову. Почему вы выбрали именно наш клуб? У вас, ну, однозначно, по-любому были предложения с более с первой лиги, с сильных клубов. Давайте Артур, во-первых, поаплодируем, поприветствуем его на Кавказе. Добрый вечер. Добрый вечер, всем привет. Выбрал клуб, потому что наибольший был интерес во мне как футболисте. Плюс для меня это юг, я сам с Краснодара, если вы не знаете. И последние 15 лет я покатался по всей России, и не хотелось бы уезжать отсюда. Вот. И плюс команда амбициозная, собрался хороший состав, и мы готовы решать каждый матч максимальной задачей. Максимальная задача – это победа.
Вот. Я только с этими задачами прихожу в этот мир. Спасибо. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Олег. Добрый вечер. Я такое пожелание. Дай Бог, чтобы в течение сезона прошли без победы, вышли в первую лигу. Дай Бог. Вопрос такой. Может, вы имели в виду без поражений? Чуть-чуть волнует, да, без поражений. Давайте Олега поддержим, дорогие друзья. Хотел пожелать всем удачи, всем побольше побед и радости. Олег, можно вас попросить? Задайте вопрос футболисту. Любому, кого вот на ком глаз остановится. Я хочу, чтобы они нам пожелали. Обещали играть достойно и сдаваться до последнего. Ребят. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Меня зовут Станислав. Без побед выйти в первую лигу с таким способом я тоже уже удастся нам, но дай Бог, чтобы выиграли каждую игру. Станислав, только не со спонсором, да? Спонсора пока нет, есть только учредитель, владелец клуба. Я думаю, меня люди помогут. Естественно, естественно. Давайте поаплодируем. Сколько лет люди ждали этого момента, и наконец настал тот день, когда люди радуются. Хочется сказать огромное спасибо Владимиру Борисовичу. Без него, я думаю, в этот день мы сегодня... Это стадион, и это, ну, не вопрос, а именно пожелание. Я перестал ходить на стадион и пришел буквально недавно, дня 7 лет не было. На стадион я пришел и пришел с детьми уже со своими. Они уже подросли, уже большие. И хотелось бы, чтобы вот они с малых лет приходили и болели тоже за команду. И видели самое главное – это игру. Вот больше ничего нам не надо. Ну, конечно же, если будет игра, то и будет победа. Мы верим в вас и будем болеть за вас. Вам спасибо огромное. Поддержка родной команды, конечно, у нас соперники это оказывают определенное давление, что говорить. Но было интересно, самое главное, что нужно играть для болельщиков, а вот стадион был полон, и лучше не придумаешь атмосферу. Спасибо. Еще вопрос можно? Пожалуйста. Владимир Борисович, вы упомянули, что вот с этой стороны будет гостиница, вы сказали, интернат. Что будет с детским футболом в республике? Допустим, юность, школа, Спартак, они как-то будут в иерархию клуба входить, или они останутся в республике? Как это все будет происходить? Ну, касательно гостиницы, вообще по концепции, которая будет здесь реализована на территории республики, это согласовано утверждено Минспортом России в следующем виде. Здесь будет создан некий центр развития футбола, легкой атлетики и других видов спорта. Это при реализации чисто футбольного стадиона, если он будет у нас построен, где будет непосредственно проводить свои главные матчи главной команды республики. То, что касается развития детского футбола, то футбол будет развиваться, они будут находиться также в республике, но приоритетом будут те клубы профессиональные, которые у нас есть в республике. Глава республики назначил меня советником по развитию всего футбола в республике. Могу вкратце эту концепцию вам озвучить сейчас. Будет выстроена некая пирамида, начиная с детских спортивных школ в районах республики. Следующий этап – это главные школы спортивные, это «Юнас», «Спартак Алания» и «БАЦ». Следующий этап – это академия футбольная, и дальше идут профессиональные клубы вместе со второй командой, которая будет выступать либо на первенстве республики, либо в других более высших дивизионах. Спасибо. Спасибо.
Давайте поприветствуем юного болельщика. Представьтесь, пожалуйста. Чуть-чуть поближе, пожалуйста, Владислав. У меня такой вопрос. Владимир Борисович, а возможно ли заказать автобус для болельщиков на выездные матчи? Я думаю, что мы обязательно этот вопрос будем прорабатывать. Если болельщики изъявят желание, мы обязательно организуем эту процедуру. Сейчас рассказывает, в прошлом году на заключительный матч в Нальчик мы организовывали такую поездку, и болельщики имели возможность выехать на него. Спасибо. Добрый день. У меня, наверное, вопрос будет ко всей команде, ну и в частности, к руководству клуба. Меня зовут Георгий. Был момент, когда здесь, на стадионе, звучали пластинские народные песни. Такая инициатива болельщиков. У меня такой вопрос. А как и руководство, и футболисты относятся к тому, чтобы мы продолжали эту традицию? Вообще стоит, помогает как-то мне? Спасибо. Руководство, наверное, отвечу я, но прежде давайте мы дадим слово футболистам, пусть они свое мнение скажут. Может быть, Тарас Старикалин? Да, давайте. Футболист. Давайте отвечаем вопрос Тарасу Старикалину. Капитаном и выполнял. Решал задачи Лани Фенери и выступал в премьер-лиге, в Кубке УЕФА. Послушаем его. Давайте вам аплодируем. Всем добрый вечер. Очень приятно, что болеть за родную нашу команду. Что касается вопроса, конечно, однозначно, это и нас заботит как футболистов. И сами знаете, что мы горячие народ, если будем танцевать так же на трибунах и поддерживать команду, это будет вообще шикарно. Так, также мы здесь играли с Мордовией. Я этот матч помню, когда очень сильно зажигали на трибунах. Спасибо большое. Ребята на самом деле являются тот самый актив, кто как раз таки тогда на матче с Мордовией попал в телетрансляцию. Я просто очень хорошо помню, что ребята были, скажем так, у истоков этого начала. Давайте их отдельно поприветствуем и попросим на первом матче эту традицию возродить. Спасибо вам. Я могу сказать, что ребята не дадут соврать. Когда в премьер-лиге еще эта традиция начиналась, болельщики изъявили желание репетировать. Репетировали прямо здесь, на стадионе. Это было просто прекрасно. Я думаю, что с ребятами не трудно связаться и организовать такие репетиции. Спасибо вам еще раз. Значит, на каждом матче, не только Алании, но и Спартака Владикавказа. Так бы хотел поблагодарить сотрудников стадиона, агрономов, руководителя стадиона за то, что они буквально 2 недели вот такой прекрасный, такое прекрасное поле подготовили. Это действительно тяжелый труд. Спасибо им. Это, эту работу не видно, но мы должны ее отмечать. Мы ее ценим. Спасибо им. Дорогие друзья, я сейчас приглашаю и руководство, и всю команду для одного общего фото, чтобы вы увидели персонал, и команду, и руководство еще раз. Вместе команду поприветствовали. Всех попрошу чуть-чуть покомпактнее, дорогие друзья. Можем, ребята, вместе затянуть эту песню, а? Мы твой покой сумеем сохранить.
Замок убили.